Кто-то наводит порядок во дворе и доме, а кто-то решил заняться своим телом. Вот такие пушистые тренировки проводит у себя дома наша землячка. А теперь немного шок-контента или дикой природы. Вы когда-нибудь видели, как купается улитка? Так вот, посмотрите. Наконец-то у волгоградцев появилось время поближе познакомиться со своими питомцами. На следующем видео волгоградцы построили и разрушили китайскую стену – посиделки семьи Симоненко. А так развлекаются жители частных домов. Им повезло чуть больше, чем волгоградцам, живущим в квартирах. Время можно проводить прямо на свежем воздухе, но при этом оставаясь дома.